И снова всем приветик от нас с Серегой. Мы тут вот опять выбрались. Но сегодня мы не на горах. Сегодня мы на поле. Тут недалеко Томь. И недалеко здесь река Кондоба. Тут боярочка есть. Здесь кто-то курит. Мы не курим. Боярка будет. Вот юрга есть. Клубнику собираем. Здесь есть курильский чай. Вот он. Чаек курильский, пожалуйста. Сейчас я его наберу. Маленько. Вон еще кустик есть. Это яблоньки, дички. А вон город видно. А мы тут. Сергозы. Там он ползает. Вот такая вот ягодка сегодня здесь. Прям как грохочуная, отборная, хорошая, крупная. Сюда надо приехать через недельку. Здесь будет она еще больше ее. Она еще на цвету даже. Вот она тут цветет. Вот она. Еще цветет, вон цветет, вот цветет. И завязей, много-много завязей. Здесь она самая крупная. Ну, как-то так. Что будет интересно, я покажу. Искупались мы на речке. Хорошо нам. Сейчас идем на родниковой водичкой. Наберем. Фух. Можно было в двух речках искупаться. Нам некогда. Такой родничок у нас есть. В этом году первый раз здесь я. А вон туда дорога. На гору, просто на гору, там еще гора начинается. Все. Водичка есть. Сейчас напьемся, умоемся. Пожалуйста. Госаккредитация. Я сомневаюсь, что это родник. А что это? Скважина? В общем, здесь хорошо. И тут дорожка есть. Это на даче. Это на даче. А там, вон там, на той стороне, сюда. Тоже на даче. Круто здесь. Ну, всем пока. На сегодняшний день у нас все закончилось. Нас пугает гроза. Там молния бузует. Сегодня мы еще успели и Виктории набрать. Вот она, Виктория у меня. Фу, клубнику мы продали. Маленько. На 1400 рублей каждому. И отдали еще там маленько. Раздали, вернее. Но раздали тому, кому надо. А там он природу нашу гробит. Вон, отвал с завода сюда стали возить. И никто их не остановит. Никто. Все, у меня телефон кончается. О, ё-моё. Вот так. Там сейчас молния бабахнула такая четкая. Ну, не знаю, постою маленько. Может быть, хватит зарядки. Там 3% осталось. Вон она, бузует, плюхает. Ладно, все, хорош. Всем пока.